Автор назвал свою книгу «Заповедь». Она содержит 12 рассказов и повестей, в которых события начала 40-х годов прошлого столетия перекликаются с событиями конца 20-го и начала 21-го века. Центральное место в произведении занимает тема Великой Отечественной войны. В нем говорится о судьбах людей, прошедших войну, потомках фронтовиков. Завершает книгу повесть «Заповедное место», в которой по традиции Сергей Петрович обращается к истории своей родной Троицкой Дубравы, называя ее «Заповедной». Через Троицкую Дубраву прошли и гражданская война, коснулась и Великая Отечественная война. Дело в том, что в этом году отмечается, говорится о столетнем юбилее со дня восстания Антонова. Антоновщина прошла и через наше село. Есть убитые и расстрелянные в нашем селе со стороны Антоновского движения. Пишет он о своей прекрасной земле, где он провел детство, где рос вместе со своими одноклассниками, где гулял, проводил свободное время. Это очень близко мне, так как я проживаю в этой деревне, в Троицкой Дубраве, и я знаю все эти места, которые он описывает. Я неоднократно читал. Это уже не первая книга Сергея Першина, посвященная русской глубинке. В его творческой копилке 5 книг, вышедших за период с 2013 по 2018 год. Все они заняли достойное место на полках библиотек.